الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры, мы приветствуем вас на телеканале Хадитова 3 на передаче «Философия восстания имам Хусейна». И в первую очередь я выражаю соболезнования вам и вообще всем мусульманам мира в связи с событиями, которые произошли в месяц Мухаррам. Вы знаете, что в этот месяц имам Хусейн вместе со своими сподвижниками и семьей мученически пали на пути Всевышнего Аллаха. И для разъяснения вопросов относительно данного события мы пригласили к нам в студию Худжатуль Ислам валь Муслимин шейх Курбана. Шейх Курбан, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Шейх Курбан, я выражаю соболезнования в связи с этим трауром, который произошел в месяц Мухаррам. И, шейх Курбан, мы с вами вчера говорили о причинах восстания имам Хусейна. Естественно, еще обсудили вкратце, скажем так, биографию имама Хусейна, кем был имам Хусейн, и какое отношение имел он к пророку, и любовь пророка к нему и так далее. И сегодня хотелось бы продолжить причины восстания имам Хусейна. И первая причина, я хотел бы напомнить для наших телезрителей, первая причина заключалась в том, что имам Хусейн восстал из-за того, чтобы такой нечестивец, как Езид, не правил исламом, не правил мусульманским халифатом, так как он являлся нечестивцем и в то же время, естественно, узурпатором власти дома пророческого. И что можно еще сказать относительно причин восстания имама Хусейна? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих зрителей и, конечно же, переношу свои соболезнования нашему господину, всем мусульманам и, в частности, последователям непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. И прежде чем продолжить начатую нами вчера тему, я предлагаю в конце каждой нашей встречи немножко затрагивать те события, которые происходили, те бедствия, те трудности, с которыми сталкивались имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, и его семья. И поэтому, если возможно, за две минуты до конца нашей встречи, до конца нашего времени, предупредите меня. Имеете в виду что... до конца передачи? Да-да, до конца передачи. Потому что у нас есть еще перерыв. Да-да. Угу. До конца передачи, если есть возможность, за две минуты или за три, за четыре минуты примерно, можно предупредить меня, чтобы я остановился и перешел к упоминаниям этих. Обязательно, шейх Курбан. Я думаю, это было бы полезно для нас и для наших. Да, дело в том, что от непорочных имамов очень часто, очень много имеется преданий, и очень часто они настаивали на том, чтобы их последователи прикладывали усилия для того, чтобы вспоминать и напоминать друг другу о тех событиях, о тех сложных обстоятельствах, с которыми столкнулись имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, и его сподвижники. Что касается причины восстания, как вы уже упомянули, первая причина – это, конечно же, отказ его светлости Хусейна, алейхиссалату вассалам, присягать Езид ибн Муавия. Как уже было сказано, причина была не только в Езиде ибн Муавия. Это была одна из причин. Как уже было сказано на прошлых наших встречах, еще одной причиной, почему Хусейн ибн Али, алейхиссалату вассалам, и это очень важно, не хотел присягать Езиду, это то, что таким образом он подписал бы и согласился бы с переходом халифата в монархию. До этого
как мы прекрасно видели в истории ислама, до этого подобного не было. То есть не было, чтобы первый халиф назначил своего сына. Не было, чтобы второй халиф назначил своего сына. Не было, чтобы третий халиф назначил своего сына после себя. Этого не происходило. Подобного в халифате не было. И поэтому то, что Муавия назначил своего сына Езида халифом, это было официальное объявление халифата, монархии, когда власть переходит от отца к сыну или к другим родственникам. И здесь дело было не только именно в личности, хотя и в этом тоже было. Личность Езида, она не позволяла имаму Хусейну, алейхиссалату вассалам, присягнуть ему ни в коем случае. Он даже не был подобен своему отцу, как мы уже сказали. Но дело было также и в том, что его светлость не мог согласиться с тем, что халифат станет монархией. Чем он позже, конечно же, стал. Да? То есть мы видим это, Омейяды продолжали какое-то время свою власть, аббасиды и так далее. То есть в последующем его светлость с этим не мог согласиться. Ну, конечно же, личность Езида очень часто, имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, в своих речах очень часто говорит об этом, говорит о том, что именно с Езидом он не может согласиться, не может присягнуть ему, как, например, в том предании, которое я приводил ранее, где его светлость именно указывает на то, что нужно с исламом прощаться, если придет к власти Езид, если мусульманами будет руководить Езид. «Аляль-Ислами ас-салам», он говорит, нужно прощаться с исламом. «Итакад булият», «булият», он говорит, то есть если это бедствие настигнет исламскую умму, «итакад булият ил-уммату бира'ин мисли Язид», то есть если это бедствие, подобное Езиду, постигнет исламскую умму, то есть руководитель, правитель, подобное Езиду, постигнет исламскую умму, то нужно прощаться с исламом. Есть и множество других высказываний, неоднократно его светлость это говорил. Например, в одной из своих речей, когда ему предложили присягнуть, он сказал: «Ла валлахи, ла ты кум бияди, и это ад-далиль, ва ла уферру фирар аль-абид». Его светлость говорит: «Клянусь Богом, я не подам вам руку, подобно униженному». То есть он эту присягу, это согласие с правлением Езида считал унижением для себя. Для него это было унижение. Здесь в конце речи использовано другое слово «ла уфирру фирар аль-абид». Хотя в некоторых вариантах этого же предания сказано чуть другое «ла уқирру иқрар аль-абид». Но в большинстве все-таки «ла уфирру фирар аль-абид». И кажется, что это более достоверный вариант. Означает «и не буду я убегать, подобно рабу». Не буду бежать подобно рабу, не буду убегать подобно рабу. К этому мы позже вернемся, потому что это тоже ключевой момент восстания имама Хусейна. Uh-huh. Это вот это, то есть он не просто не хотел присягать Езиду, но и бежать от него он тоже не собирался. То есть скрываться от него и спасать себе свою жизнь он также не собирался. Но имеется также множество других высказываний от его светлости имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, где он открыто говорит об этой причине своего восстания. Это первая причина, о которой мы более подробно говорили на прошлой нашей встрече. Вторая причина восстания, которую приводят в книгах по истории, очень часто затрагивают этот момент. И даже более того, для большинства людей, которые так или иначе знакомы с историей восстания имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, именно вторая причина является главной. Хотя на самом деле это не главная причина. В будущем мы можем ее более подробно рассмотреть и посмотреть, на самом ли деле эта причина так важна, и на самом ли деле эта причина играла такую значимую роль в восстании имама Хусейна. Она заключается в том, что куфийцы пригласили имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, править собой. То есть они предложили ему
принять руководство над собой. Но здесь нужно сделать отступление и сказать о том, что Куфа на тот момент была одной из самых могущественных городов, один из самых могущественных исламских городов, мусульманских центров. Дело в том, что на тот момент было два могущественных центра, это Дамаск и Куфа. Куфа это город, который был построен Умар ибн аль-Хаттабом, вторым халифом, и он был исключительно военным городком, то есть там размещались именно войска, и поэтому можно сказать, что основной центр. Ну, помимо войск, туда также отправлялись и религиозные проповедники, и учителя религиозные, учителя Корана. И поэтому очень многие преподаватели ислама, очень многие проповедники ислама, авторитетнейшие личности ислама находились именно в этом городе. Поэтому как с военной точки зрения, так и с идеологической, религиозной точки зрения, этот город был концентрацией именно могущества мусульман. Все остальные города, в том числе Мекка и Медина, они были довольно-таки слабыми, то есть они не могли соперничать с Дамаском и с Куфой ни в коем случае. Единственный город, который так или иначе мог иметь вес в данном случае, это была Басра, например. Басра также иракский город был на тот момент, то есть это иракский город. Поэтому приглашение куфийцев имело большую значимость именно с этой точки зрения, с точки зрения, с военно-политической точки зрения. Если мы вернемся немножко в историю, то как бы немножко вернемся назад к тем событиям, которые происходили до самого восстания. И вообще, с чего началось восстание, нужно это тоже упомянуть и вспомнить об этом. Когда Муавия ибн Абу Суфьян ушел из жизни, тут же по всему мусульманскому миру семья Амиядов, династия Амиядов, отправляла своих людей в разные города, то есть через своих людей в разных городах, они пытались получить присягу авторитетов и могущественных людей в том или ином регионе, в том или ином городе. На тот момент, когда умер Муавия, его светлость имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, находился в Медине. Естественно, он был уважаемым, авторитетным человеком в этом городе. Помимо него были и другие люди уважаемые. Одним из них, который очень часто фигурирует в книгах по истории, которого можно заметить, и который на самом деле обладал очень большой политической силой, авторитетом политическим, которым он позже воспользовался, чтобы создать собственное государство. Это Абдулла ибн Зубейр. Угу. То есть это были основные люди, основные авторитеты города Медина. Шейх Курбан, я прошу прощения, давайте после перерыва продолжим данную тему. Уважаемые телезрители, после небольшой паузы мы снова встретимся в нашей студии. Уважаемые телезрители, мы снова с вами. Хотелось бы напомнить то, что вы находитесь на передаче «Философия восстания имама Хусейна», где мы с вами говорим о причинах восстания имама, да будет мир ему. И для разъяснения данной темы мы пригласили к нам в студию Ходжатуль Ислам Алимусульман Шейх Курбана. Шейх Курбан, я снова приветствую вас.
Шейх Курбан, мы с вами рассматриваем причины восстания имама Хусейна. Первую причину мы с вами рассмотрели. И мы остановимся на второй причине. Вы нам разъясняли ее, но, к сожалению, так как мы вынуждены были прерваться на перерыв, мы не смогли ее закончить и договорить. Прошу вас, мы говорили о второй причине, и эта вторая причина заключилась в том, что куфийцы написали письмо имаму. То есть имам восстал из-за того, что куфийцы сами захотели этого, так как они пригласили его в Куфу. Да, вторая причина звучит именно таким образом. Когда Изид отправил своих людей к имаму Хусейну, алейхиссалату вассалам, и Абдулле ибн Зубейру, чтобы взять с них присягу в Медине, посланник Изида встретил имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, и Абдулла ибн Зубейра в мечети. То есть он встретился с ними в мечети, и они были вместе, и предложил им навестить правителя Медины. То есть это был правитель Медины, на тот момент был именно родственник, был член династии Омейядов. Здесь мы видим очень отличное друг от друга поведение со стороны имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, и Абдулла ибн Зубейра. Абдулла ибн Зубейр на самом деле просто сказал, он сказал, что я приду позже, но он покинул город ночью, собрал все своих домочадцев, необходимые вещи и под покровом ночи покинул город. Но имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, навестил Валида. Валид – это вот Валид ибн Утба, который был на тот момент правителем Медины. Валид был не один, он пригласил на встречу также Марвана ибн Хакама, который также был членом династии. Несмотря на то, что Валида и Марвана были разногласия, они враждовали друг с другом, но Валид видел необходимость в присутствии Марвана. Марван был более дальновидный, более смышленный человек, чем Валид. Валид на самом деле был немножко глуповат по отношению к Марвану, и поэтому он видел нужду в его присутствии, дабы имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, не смог его, как говорится, провести Валида. Имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, пришел навстречу, но не согласился на то, чтобы присягнуть. Не согласился и ушел с этой встречи, несмотря на то, что они не хотели его отпускать, но его светлость, он заранее подготовился к этой встрече и привел с собой мужчин своего семейства, чтобы они на всякий случай могли его защитить в случае, если будет какое-то нападение, агрессия. И поэтому он, его светлость, имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, смог покинуть эту встречу, несмотря на то, что они были против этого, они не хотели его отпускать, пока он не присягнет. После этого его светлый собрал также вещи и посчитал нужным переселиться в Мекку. Почему в Мекку? Потому что на тот момент это было более безопасное место, чем Медина. Но здесь нужно учитывать, что несмотря на то, что и Медина, и Мекка являются священными городами, и казалось бы, никто не посмел бы, никто не мог бы покуситься на жизнь его светлости имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, в Медине или в Мекке. Но на самом деле это не так, потому что история говорит об обратном. То, что происходило далее, говорит об абсолютно обратном. То, что делал Езид после нескольких лет после восстания, когда восстала Медина и восстала Мекка против власти Езида. В частности, в этом восстании также принимал участие тот же самый Абдулла ибн Зубейр. Подавляя это восстание, Езид, он очень легко напал на Медину и совершил там ужаснейшие просто преступления. Были пролиты крови, в том числе сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Была пролита кровь мусульман, в том числе женщин, детей, стариков. История это очень подробно описала, какие ужасы происходили в этот город, когда входило войско Езида. И позже это же войско осмелилось напасть на Мекку, в том числе и на священную мечеть, Масджид-уль-Харам. Поэтому эта история нам говорит о том, что Езида ничего не остановило бы. Он бы
В любом случае, и это также нужно учитывать, что Муавия ибн Абу Суфьян, отец Езида, он завещал Езиду заручиться поддержкой имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, заручиться его присягой. И поэтому для него это было важно. Важно было, чтобы именно имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, присягнул ему. И поэтому, учитывая эти факторы, нужно понимать, что для него ни Мекка, ни Медина не были теми местами, где он мог бы остановиться и сказать, что нет, здесь этого делать нельзя, нельзя убивать этого человека в этом городе. Ничего подобного. Оба города для него были, он легко мог нарушить их уважение к нему, к этим городам. Но все же, даже несмотря на это, Мекка была более безопасным городом, чем Медина, поэтому его светлость имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, направился в Мекку, город Мекку. Именно в этом городе. Эту историю я не просто так рассказываю, в этом есть определенные важные, определенные важные моменты, понимание которых необходимо для того, чтобы понять эту причину, вторую причину восстания имама Хусейна, алейхиссалату вассалам. Шейх Курбан, могли вкратце сказать? Да, я добавлю. Не, я почему говорю, потому что некоторые телезрители, они, возможно, не знают, что это за город Мекка, и что там находится, и какое назначение для мусульман имеет. Могли бы вкратце сказать? Да, священный город Медина, это Медина, город, да, я помню, я Медина тоже скажу тогда. Да, конечно. Медина – это город, где был построен впервые в истории ислама мечеть, Масджид ан-Наби, и где похоронен его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, где был впервые создано исламское государство, власть, где, то есть это был центр исламского халифата при жизни его светлости. Он всегда так назывался, Медина, или? Нет, были другие названия, два других названия. Он стал называть Медина, то есть Медина ат-Наби, город пророка. Ага. Стал называться таким образом, когда его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, переселился в этот город. Угу. Этот город из Ясриба стал называться городом пророка. Что касается Мекки, Мекка, я думаю, что вряд ли можно найти людей, которые не знали бы этот город. Это город, где находится кибла мусульман, где находится мечеть, построенная его светлостью Ибрахимом, алейхиссалату вассалам, пророком Ибрахимом. То есть это место, куда молятся мусульмане, да? То есть это очень уважаемое и авторитетное, и священное место для мусульман. Угу. То есть эти две мечети являются очень значимыми местами для мусульман, священными? Да, два священных города, где находятся очень важные мечети, очень важные исламские центры. Шейх Курбан, хотел бы еще напомнить, то, что у нас осталось меньше двух минут, поэтому я думаю, мы все-таки подведем итоги, а потом именно уже продолжим на следующей передаче. Да, и именно оказавшись в городе Мекка, его светлость имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, получил письма. Именно в городе Мекка он получил письма, и уже из Мекки он направился в сторону Куфы. Это что касается, ну, я думаю, что нужно, так как времени нету, я то, что обещал в начале передачи относительно тех бедствий, с которыми столкнулись. Да, я прочитаю одну речь его светлости имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, которую он произнес уже на пути от Мекки в Кербилу, потому что он после Мекки направился в сторону Кербилы, в сторону Куфы точнее. Угу. Да, и на полпути в местности Кербила его остановили. К нему прибыл, он находился в доме одного из уважаемых, остановился в доме одного из уважаемых арабов по пути из Мекки в Куфу. И в этом доме его навещали разные люди. Одним из тех, кто навестил его, был Амру ибн Кейс. Амру ибн Кейс Машриқи. Он пришел со своим двоюродным братом. Когда он прибыл, имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, спросил его: «Для чего вы пришли? Пришли ли вы для того, чтобы помочь мне в моем деле?» Они сказали, что нет, они не пришли для того, чтобы помогать ему, и привели ряд причин,
по которым они не могут ему помочь. Они стали говорить о том, что у них очень много детей, у них большая семья, которых они оставить не могут. И то дело, которое начал имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, неизвестно, чем закончится. Возможно, это закончится печально. И поэтому они не могут оставить свою семью, свое семейство и сопровождать его, помогать ему в его деле. Помимо этого, также они упомянули о том, что у них имеются долги перед другими людьми, которые нужно вернуть, и они не могут. Ну, неважно, это было оправдание или на самом деле искренне они это считали. Я хочу обратить внимание, хочу прочитать то, что сказал имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, в ответ на их слова. Его светлость сказал следующее. Эти слова приведены в книге «Икабуль А'мал Шейха Садука». «Икабуль А'мал Шейха Садука». Шейх Курбан, это много займет? Нет, очень мало. Наше время просто подошло к концу. Да, я прочитаю сейчас и закончу. «Инталика фала тасма'а ли ва'иятан вала тарая ли савада». То есть имам Хусейн говорит ему, покиньте этот регион, этот район, покиньте эти земли, дабы не слышать вам мой глаз и мой призыв, и не видеть то, что произошло со мной, не видеть следы того, что произошло со мной. فَإِنَّهُ مَنْ سَمِعَ وَإِيَتَنَا أَوْ رَعَ سَوَادَنَا فَلَمْ يُجِبْنَا أَوْ يُغِثْنَا كَانَ حَقَّنَا لَلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُكِبَّهُ أَلَى مِنْ خَرَيْهِ فِي النَّارِ. Воистину, тот, кто услышит мой глаз и увидит то, что произошло со мной, и не придет на помощь, не ответит на мой призыв, воистину Всевышний, правом Всевышнего будет наказать их вечным пребыванием в аду. Шейх Курбан, спасибо вам большое. Мы благодарим вас за вашу речь, за то, что вы нам разъяснили очень много интересного. И также прочитали слова имама Хусейна в конце передачи. Но наше время подошло к концу. Мы вынуждены с вами прощаться. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Мы вынуждены прощаться. Но обязательно в следующей передаче мы продолжим обсуждать данную тему. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.